Да, первый тайм так очень тяжелый был, и только была борьба, не было много моментов, думаю, один момент у нас был. Просто боролись и мы, и Славия, и игры хорошие не было. Уже второй тайм дождь, когда поле позволило играть пас, уже начали играть то, что должен играть. И сразу у нас появились и моменты, забили гол, могли забить еще 4 или 5, если я не ошибаюсь. Просто плотный график у нас, все идет плотно, уже через три дня новая игра у нас, и уже быстро надо перестраиваться на Лигу Европы. Спасибо, ваши вопросы. Артем, поводите. Как вы оцените игру Шрамченко? Он не реализовал несколько моментов. Что с ним будет затем? Да, я согласен, что реализация была плохая, но что хорошо, что он все, что должен был сделать эту реализацию, он сделал очень хорошо. И он просто, его травма очень долго была. Он 3-4 месяца не тренировался с командой, но тренируется уже месяц, его надо подождать. У него будут еще шансы, только надо использовать те моменты, которые все здесь согласны 100%. Пожалуйста. Антон Робость, Трибуна.ком. У команды было 7-8 моментов, которые можно было наверняка превращать в голы. Практикует ли Динамо штрафы за низкую реализацию? Нет, конечно, нет. Это бывает. И просто все эти игроки хотели забить, просто не забили. Это бывает, что хорошо, что забили. Один, я согласен, такие моменты надо использовать. И это просто это очень хорошо, что не пропустили. В футболу так бывает, когда не забиваешь такие моменты, футбол наказывает, ты пропускаешь, хорошо, что мы не пропустили, и хорошо, что выиграли эту игру. Согласен с тобой, надо использовать те моменты, которые у нас были. А не буду наказывать. Завтра заканчивается Рамадан, Мунир будет чаще появляться на поле в следующих матчах? Да. Мунир завтра последний день, это игрок, который нам очень нужен. И я думаю, мы той год с ним очень хорошо сделали, он просто ночью тренируется. И я думаю, ему будет нужно 7-10 дней, чтобы полностью мог участвовать в играх официально. После ухода Кутера Игнатович достаточно хорошо себя проявляет. Может ли он закрепиться в Динамо так же, как закрепился Кутер? Конечно, ему это нужно сделать, и его все идет нормально сейчас, только надо продолжать работать, игры, практика его будет постоянно, и я уверен, что так будет. Закончился первый круг. Динамо все еще претендент на чемпионство. Что заканчивается? Закончился первый круг. Динамо все еще претендент на чемпионство. Ну конечно, когда будет шанс, мы будем угадаться, будем отдавать все от себя. Просто я уже говорил, 3-4 месяца. Очень тяжелый график у нас был той год. Просто когда 9 игр играешь на въезде, то первые 9 игр и 6 на въезде играть. Все будет по-другому. У нас будет и 9 домашних игр. Все зависит от нас. Если мы будем играть нашу игру, которую должны играть, если хорошие 2 или 3 игрока усиление будем брать, я думаю, что будем бороться, конечно, как сказать, мы будем выигрывать или что, но когда будет шанс, мы будем бороться, то это 100%. Кто больше? У кого Динамо? Учитывая кадровые проблемы, Динамо сможет в этом году бороться на 2 фронта? Я уже сказал, в прошлой конференции мы ждем регистрационный период, и мы знаем о позиции, на которой мы должны усилиться, и думаем, 2-3 человека уже у нас будет сбалансированная команда, и все будет по-другому. Когда тяжелая ситуация в клубе и пресса немножко критично относится к вашей работе, не теряется любовь к футболу, не остается ли он просто работать?
Любите ли вы по-прежнему футбол и работу в этом клубе? Знаете, я очень люблю футбол. Я могу на поле быть 4-5-6 часа. И это не вся моя работа на поле. Просто много анализа делаем и противника, и нашей команды, индивидуальных анализа. Просто я люблю футбол и каждый день привык так работать, отдавать все от себя. Просто невозможно, чтобы все получалось, как ты хочешь. Но мы стараемся, мы отдаем все от себя, и так будет, когда я буду здесь. Спасибо.